Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон» крупнейшего автомобильного ателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий. Посмотрите, какой яркий, интересный проект залетает в наш пока небольшой, но все-таки довольно насыщенный, активный плейлист по автомобилям «Мини». Здесь будет на него ссылка. Это машина, которая делалась в подарок к определенной дате. Этот лазурный, шикарный цвет кузова должен был быть дополнен не менее ярким салоном, ведь штатный, скучный, тканевый, темный, узкий, давящий салон, безусловно, этой машине совершенно не шел. Именно по этой причине мы подобрали эко-кожу с таким оттенком, который бы здорово сочетался с кузовом, и предложили использовать его для пошива салона. У нас получилось довольно сложное, узорное, я бы даже назвал его, сочетание светлого кремового с синим, но в целом нельзя сказать, что этот салон выглядит каким-то неестественным, ненатуральным. Конечно, в сочетании с кузовом он выглядит совершенно бомбически. А с учетом того, что это эко-кожа, которая легко моется, чистится, за которой не надо ухаживать, и с учетом того, что это все-таки автомобиль мини, то есть яркая зажигалка, которая должна доставлять радость, мне кажется, салон получился супер-пупер привлекательным, невероятным абсолютно. И я желаю многим зрителям и владельцам автомобилей иметь достаточно смелости и фантазии, чтобы свои автомобили делать такими же радостными и приносящими удовольствие. Подобные работы мы выполняем буквально за пару-тройку рабочих дней и можем это сделать даже в присутствии владельца за один рабочий день, если заранее об этом договоримся. Именно по этой причине многие клиенты приезжают к нам вообще из других регионов. Заранее согласовав весь объем работ, мы имеем возможность эти работы полностью выполнить в высоком качестве за короткий промежуток времени, подготовившись и изготовив заранее все обивки. Получается довольно неплохое решение, на мой взгляд. Не знаю, что скажет наша уважаемая публика, наши дорогие зрители. Понравился ли вам такой салон? И чего еще, на ваш взгляд, не хватает ему? Вот у меня есть уже своя идея. И скоро мы вам, наверное, продемонстрируем, как ее можно было бы воплотить в этом автомобиле. Дорогие друзья, мы всегда рады тому, что вы активно откликаетесь на наши ролики и демонстрируете свою приверженность нашему каналу. Оставляйте свои комментарии, ставите лайки. И, что для нас особенно важно, подписывайтесь на наш канал и кликайте на колокольчик, чтобы уведомление о новых сериях приходило вам в автоматическом режиме. Предлагаю всем сделать это прямо сейчас, вы нас очень поддержите. Ну а для тех, кто хочет узнать, сколько это стоит, как можно осуществить подобный проект, есть контакты в описании к этому видеоролику. Там есть и ссылка для перехода в WhatsApp и телефон для связи. Поэтому мы с радостью ответим и на вопросы о сроках, о стоимости, о записи, о выборе материалов и многом-многом другом. Так что обращайтесь, пожалуйста, напрямую через эти средства связи с нами в комментариях и в описании к ролику. Мы цен никогда не даем. Ну и напоминаю, конечно, о том, что у нас есть отдельные аккаунты, которые мы активно ведем, и на них стоит подписаться. Ссылки будут в описании. Это аккаунты на социальные сети Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и TikTok. Переходите, смотрите. Ну а я всем желаю удачи, счастья, здоровья и до скорой встречи. Пока!